37, с вами установочный центр Покрафт. Сегодня у нас большая американская машина, Toyota Sequoia. И сюда была установлена магнитола на андроиде, система кругового обзора и два омывателя камер. Передняя камера и задняя камера. Зеркала здесь огромные, очень приятно сюда устанавливать систему кругового обзора. Да и вообще все сюда приятно ставить, потому что машина большая и машина Toyota. Новая магнитола очень украсила интерьер автомобиля, вписалась сюда как родная. Это штатная магнитола под штатный размер. Без щелей, без зазоров, ровненько, все глянцевый пластик, рояльный лак, ну он сочетается соответственно с вот этим пластиком. Подсветочка как родная, оранжевенькая, соответственно сенсорные кнопочки у нас работают. Кнопочка вызова навигации, поднять, положить трубку, если дотянешься сюда, то можно поднять трубку. Также кнопки на руле, мультируль полностью работает, все эти кнопки запрограммированы. Поднять трубку можно и с руля. Так, значит, далее Яндекс.Навигатор, работают голосовые подсказки, Сбербанк. Сейчас поищу. Поехали. Работает разделение экрана, работает онлайн-ТВ, например, мы едем с детьми, смотрим канал «Карусель». Ой, «Карусель». Птицы, морские свинки, крысы. Нажимаем квадратик. Яндекс.Навигатор себе в левую часть перетаскиваем. А справа оставляем ТВ. Пропорции экрана можно менять. Да? Себе поменьше сделали Яндекс, побольше мультиков. Едем очень удобно. Штатный звук, здесь JBL, синтезис, да, на этих дверных картах присутствуют шильдики. Штатный усилитель запускается, все прекрасно работает. Штатный AUX тоже легко подключается. Две USB-шки в бардачке. Сейчас мы продемонстрируем, как работает система кругового обзора. Включаем реверс, видим нашу машину, окружающую обстановку и, соответственно, изображение с камеры заднего вида. Вот они у нас стоят, сабвуферы в углу, здесь они тоже на круговом обзоре видны. Обзор шикарный. Переключаем в драйв, видим изображение с передней камеры. Тоже весь бампер, ну и, соответственно, едем дальше. Если мы хотим ехать прямо и посмотреть в переднюю камеру, мы два раза моргаем аварийкой. У нас включается изображение с передней камеры на 10 секунд. Также при включении поворотников мы видим изображение с камеры бокового вида. Да, видим, что колесо наше поворачивает и куда машина поворачивает. Точно так же при левом повороте мы видим левую часть автомобиля и все пространство для маневра. Переключаем реверс, видим изображение задней камеры, включаем побрызгать на стекло. И видим, что вся задняя камера чистая, ну и также и передняя камера. Теперь передняя камера. Сумасшедший напор воды, аж да на капот немножко закидывает. Ну, это дело такое. Отличный аппарат, отличная система кругового обзора. Все отлично, нам, в общем-то, очень нравится. Как все это дело работает, смело можем рекомендовать данное устройство к установке в ваши автомобили. Ставьте лайк этому видео, заходите на наш сайт и заказывайте данный аппарат.